вообще работаем? Что вы стоите? Так, иди сюда, Николай, иди к Николете. Ой, это, Николета, сядь. Иди к Яне, вперед. Яна, Николета, продолжай дальше. Давай работай, Миша, бай! Саша, перейдите сюда. Миша, перейдите на их место. Перейдите на их место. Пошли, пошли, пошли. Раз, два, три, бросок. Не вижу, не вижу, не вижу. Thank you.
любой проигрыш. Любой. Но! Нет, ну если ты упал на колено, то единственное, что нельзя делать, это нельзя брать их вот так вот, то есть головой в голову. Обязательно надо встать по сюда. Можно делать прием? Пожалуйста, отзади сделайте упали. Можно выведение делать. И еще. После проведения броска, если я делаю бросок, я первый касаюсь татами, и я выполнил бросок, то я чемпион. А если я делал бросок и не выполнил, то есть упал на руку, на колено, в попу, значит я проиграл. Понятно? Саша, Миша, Артур, да? Вот сейчас мы посмотрим. Остальные сели. Эй, что ты сел? Ты судья, Артур, Миша, выходит на ковер. Артур, вышел. Ну, говори. Артур. Взяли захват. Сейчас, стоп. Так, вот мы перевели на вас. Что нужно сказать? Аджиме. Thank you.
Конечно, что упал. Ну что вы все время? Минус 3,
сказал так и есть, хорошо? Сашенька, не спорь. Саш, ты вот так вышел, вот так. Спасибо.
встречать его, прямо туда, у края встречать. Ты стоишь на там, где следует выход. Конечно, тебе тяжело. Все, пошли. Закрыто. Ключ возьми, а не закрывай. У нас есть семь. Ну, вы еще на вешалку забери. Ближе чуть-чуть сюда. Давид, назад. Назад.
меня получите. Сегодня специально посижу, посмотрю.